Мы живем в России. Вот какой у нас красивый флаг. Вот какой у нас золотой герб. Столица наша – прекрасный город Москва. А на севере России, у Белого моря, находится город Архангельск. Столица Архангельской области, или Поморья, как говорят издавна. Это край морской, лесной, озерный. И народ здесь сильный и работящий. С древних времен поморы добывают лес, морского тюленя, рыбу всякую и зверя. А грибов тут и ягод. Еще Иван Грозный наладил в Архангельске лесную торговлю с Англией. Наш народ не только торговал хорошо, но и строил на совесть. Что корабли, что храмы. Соловецкий монастырь один чего стоит. Там теперь музей и заповедник. На весь мир известен русский человек Михаил Васильевич Ломоносов. Он был поэт, художник, просветитель, физик, химик, астроном, первый русский академик, великий ученый, гордость России. А родился он здесь, в Холмогорах, на Поморской земле. И это не сказка. А вот уж сказки поморские, особенно те, что рассказывали писатели Ширгин и Писахов, это просто чудо, как россыпь драгоценных камней самоцветов. Щуку поймала. На три бочки засола.
Лешка, поехали! Городских рыбкой гостим! Молодец! Таких волков поймал! Хороша шуба к зиме выйдет! Thank you.
Да нет, карета! Можешь себе это взять! И печь там внутри! О, ты смотри там! О, ишь ты! Хочу! 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 Только соль! Вот! Хочу! 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 Как раз по мне шуба. Снимай, давай. Давай, снимай, тебе говорят. Ай да молодец! Такого жадного господина домой прогнала. Долго он тепереча чужую шубу помнить тобой.